Сегодня мы собрались для того, чтобы установить, развернуть экологический лагерь. Вот, лагерь на берегу реки Оридиш в лесопарке бывшего дома отдыха «Лесное», вот, судьба которого до сих пор непонятна. Расскажите еще, что это уникальные места, в которых дети лечатся, даже могут лечиться от туберкулеза, от астмы. Здесь когда-то было очень много санаториев, и детских в том числе. Сейчас вот осталась березка по существу. Вот. И это уникальные места. Если здесь все снести, то мы потеряем изумительные лечебные места нашего края. Я собственного внука привожу сюда. У него зимой жуткие аденоиды у него, и он не дышит. И через 10 дней в этом климате у него открывается нос, и ребенок может обойтись без операции. Сегодняшний момент доказывает, что лучше отдыхать в нашем родном парке, чем его и уничтожить. Коротко и ясно. Люди хотят поговорить не каждый день. Да. Защиту парка можно было бы это все это. Это очень интересно, Значит, статья называется «Сирский лес защитят». Тише. Губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков потребовал от контролирующих органов принять меры к немедленному прекращению строительства и вырубки деревьев в Сирском лесу. Губернатор также направил в прокуратуру Ленинградской области материалы о нарушениях природоохранного и градостроительного законодательства для возбуждения уголовного дела. По данным областного комитета государственного контроля природопользования и экологической безопасности, восстановительная стоимость вырубок, проведенных в Сирском лесу, с учетом отсутствия нарушителей утвержденного плана градостроительства, составляет 630 тысяч рублей. Слышно меня? В сентябре 41 года в больших Колпанах был сбит командир авиационного полка. Значит, и раненым был доставлен сюда в СД и в Абвер. Значит, поскольку он не согласился сотрудничать с немцами, то его вот здесь вот бросили, выкопали яму, бросили его сюда живым, по всей вероятности, поскольку когда была эксгумация, на груди у него лежал булыжник килограммов 80-120. Примерно. Значит, никаких огнестрельных, отверстий в черепной коробке не было обнаружено. Значит, этот летчик, командир полка, был представлен за бои в Испании, звание Героя Советского Союза. Он сказал, что расходимся малыми группами. Вот. Он взял бабу свою. Медсестра. Да, медсестра. Жена там у него где-то была. На территории не оккупированной. Такого красивого не лежит. Ну они с ним там общались.
такой красный. Ну, на данный момент мы продолжаем бороться за эту территорию, чтобы все-таки она осталась культурно-историческим наследием, чтобы наш уважаемый губернатор обратил на это внимание, и как истинно русский человек все-таки проявил инициативу и восстановил этот статус, и сохранил для наших потомков статус этой земли до конца, как говорится, ее существования. И чтобы потомки гордились его решением. Сначала у нас были публичные слушания проведены. Большинство голосов было против изменения статуса. То есть мы стояли за то, что все-таки эта территория осталась и доступна для местного населения. И здесь организовали какие-то базы отдыха, или санатории, или какой-то реабилитационный центр как бы, вот, больных после легочных заболеваний. Здесь очень хороший климат в этом плане, вот именно вылечивает. Но почему-то местная власть игнорировала мнение народа. И после этого, значит, Марья Ивановна перенесла это решение, то есть вышла с рекомендательным предложением на депутатов. В первом слушании депутаты отказали изменить статус. Во втором слушании в июле месяце 2009 года они, значит, приняли решение, что без генплана Сиверской они не будут принимать какое-либо решение по отношению вот, ну, то есть с этой территорией. И вот уже в сентябре, то есть перед выборами, то есть, когда, видимо, местная власть боялась, а вдруг она не пройдет по каким-либо причинам, они в сентябре месяце решают все-таки изменить этот статус. Опять же, без генплана, без утверждения каких-либо строительных, вот, без экспертиз, без каких-либо разрешающих документов, они изменяют статус этой земли. И началась распродажа. Статус заповедника отстой, потому что там тоже хотят оттяпать кусок, расставить уже.